Сегодня мы посетим пункт временного проживания, который организовало сообщество сирийцев Антаки. В этом пункте находятся не только сирийцы, сюда также приходят турецкие семьи. Организаторы говорят, что это общая беда всех жителей юго-востока Турции. All needy people in the city. It's not matter if they are Syrian or Turkish. We are provided our service for all people suffering in the city. Сирийцы массово переселились на юго-восток Турции с началом гражданской войны в Сирии в 2011 году. Каждый день волонтеры привозят сюда продукты питания, воду, средства личной гигиены, одеяло и прочие необходимые вещи. We are here at the zero point in Antakya city in the earthquake response. We are providing food, water, and like shuttle services for people who want to be evacuated from Antakya to other cities. People here are living in very, very bad conditions. The situation is very bad. All the buildings in the city were destroyed. And now we are providing the main essential aid for the people who want to evacuate to another city. В пункте, в котором мы находимся, проживают 100-150 человек. Еще столько же приходят сюда за горячей едой, которую тут готовят.